Друзья, и снова здравствуйте! И сегодня мы приготовим очередную вкуснятину, постную, без грамма мяса. Это одно из моих любимых блюд, особенно во время поста. Это постная тушеная капуста. И сегодня я ее тушить буду в мультиварке. Но это можно делать и на сковородке, и в кастрюле с толстым дном, и в духовке, как вам нравится. Но суть покажу в мультиварке. На небольшом количестве растительного масла обжариваем мелко нарезанный лук. Дальше я добавляю морковь. Когда это все немножко поджарится, добавляем мелко нарезанные шампиньоны. Можно использовать сухие грибы. В общем, что у вас есть, то и подойдет. Притушиваем еще грибы. И дальше добавляем капусту, которую я нашинковала на шинковке. И квашеную капусту. Люблю вкус капусты свежей и квашеной. Тогда она такая не сладкая, в меру кисленькая, но очень вкусная, мне нравится. Кстати, мой любимый рецепт квашеной капусты, я оставлю ссылочку в описании под этим видео. Вот вы видите, какая пора, но она очень хорошо сохраняется и получается вкус. Все перемешиваем. На мультиварке ставим функцию тушения и тушим 1 час. Через минут 20 открываем мультиварку, перемешиваем, и капуста уже весна пустила маловато сока, поэтому я добавила немножечко воды и заправляем. Добавляю соль по вкусу, любые специи. У меня это овощная приправа, итальянские травы, и я добавляю еще сушеный чеснок. В принципе, это дело вкуса, но сушеный чеснок придаст такой необычный вкус для этой капусточки. Также я добавила еще 2 чайные ложки томатной пасты. Перемешиваем и оставляем тушиться еще минут 30-40. И вот в итоге через 1 час такая вкуснотень у меня получилась. Если же вы любите, чтобы у вас капуста была такая мягкая, хорошо протушены, тогда тушите 1,5-2 часа. Но я люблю, чтобы немножко она оставалась хрустящая. Это вкусно и интересно. Подавать можно с абсолютно любым гарниром. Такую же капусту можно использовать как начинку для пирожков. Это вкусно, просто все сыты и довольны. Ну что ж, мои дорогие, вот такой вот простенький, но очень вкусный рецептик. Если он вам понравился, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, я буду очень рада. До новых встреч, всем пока и приятного вам аппетита!